нашел свежую вырубку. Люди отмечали ярко-зеленой краской ядовитого цвета свои стволы, которые им принадлежат. Были написаны имена на кучках бревен. Вот потихоньку дорога начинает подниматься вверх. Она проходит вдалеке от Иранского Вавилона. Начинает потихоньку подниматься. Думаю, подъем будет незначительный. Потому что за небольшим подъемчиком видим прямой участок. То есть моя задача не измотать себя перед наступающей рабочей неделей. Получить максимум удовольствия от прогулки. Созерцание окружающей природы. И странно, по этой просеке больше светлых мест, чем по бетонной и асфальтовой дороге. Местами бетонной, местами асфальтированной, по которой пришел. Перекрестка, которая сегодня на эту просеку. В лесу достаточно троп, дорог, которые уходят в разные стороны. Я иду по определенному маршруту. Эта просека идет восток. А я в основном в начале пути шел на запад. Поэтому на одном из пересечений этой просеки с другой, которая будет дальше, определюсь. Поверну на другую просеку, которая меня приведет к Старому Уральску. Закатные лучи. Солнышко. Очень живописно подсвечивает. Такие самолеты, стоящие вдоль дороги. Вокруг летают комары.